Всем привет! Ну что, прошло 2 месяца после того, как мы вернулись из Индии. Я попробовала все чаи, которые я оттуда привезла. И могу поделиться с вами своими выводами, которые я сделала. Что мне понравилось, что мне не очень понравилось. Для того, чтобы вам не тратить деньги просто так. Мой главный фаворит – это вот этот чай. Тадж Махал. Он стоил 56 рупий, а курс рупий на данный момент примерно 1:1, то есть 1 рупия это примерно 1 рубль. Он стоил 56 рупий, повторю, за 100 грамм. Чай шикарный, ароматный, вкусный, черный, крепкий чай. Сейчас я вам покажу, как выглядят гранулы этого чая. Вот такой чай. Прекрасно настаивается, прекрасно заваривается. Очень-очень ароматный, черный, крепкий. В общем, все как я люблю. Я очень люблю именно черный чай. Поэтому, да, вот это мой фаворит. И упаковка очень красиво выглядит. И на подарок не стыдно привезти. И для себя однозначно я такой чай буду брать, потому что он мне заменил, в общем-то, мои обычные привычные чаи, которые я пью дома. Следующий интересный чай, который тоже произвел на меня хорошее впечатление, это вот такой вот чай от компании Brook Bond. Стоил он 50 рупий за 100 грамм. Чай для любителей именно индийской темы, я бы сказала так, потому что в этот чай добавлен кардамон, имбирь, ашваганда, туласи, то есть... Аюрведические травы, которые индийцы используют для лечения различных проблем. И на вкус очень сильно ощущается вкус имбиря. Поэтому, кто любит имбирный чай, очень тоже его советую. Действительно вкусно. Это, вот видите, там такие вкрапления трав разных. Они добавлены к обычному черному чаю и даже во многом забивают вкус этого черного чая. Поэтому чай интересный, вкусный. А попробовать его тоже, правда, советую. Я думаю, что многие будут от него даже в восторге. На третьем месте для меня, наверное, вот этот чай. Обычный черный чай. Стоил он 37 рупий за 100 грамм. Вот так выглядят чаинки. Тоже вроде бы неплохо выглядят. Но вы знаете, заваривается он почему-то не очень сильно. Заварка не крепкая. И для заварки требуется достаточно много этого чая. Буду ли я покупать его? Ну, не знаю, наверное, особого смысла не вижу. При прочих равных я, конечно, куплю Тадж-Махал. И вот этот чай, тоже достаточно простой. Он неплохой, он довольно вкусный. Он имеет вот такую же консистенцию чаинок, то есть достаточно они мелкие. Они не раскрываются при заварке. Вот, это тоже из дешевых чаев, он стоил тоже 37 рупий. В принципе, ну, если вы хотите, конечно, попробовать можно, но я думаю, что в своей стране вы найдете не менее вкусные чаи и везти ничего не нужно. Еще мы попробовали в этот раз привезти вот такие развесные чаи. У нас один есть с ароматом шоколада, а с другой с ароматом ванили. Эти чаи продаются на улице, на рынках. Стоит 100 грамм, ну, в среднем 200-250 рупий, как торгуетесь. В принципе, конечно, лист красивый, крупный. Хорошо разворачивается. Сохраняет аромат во время заварки. То есть, в первое время действительно чай пахнет там шоколадом или ванилью. Но на вкусе это вообще никак не отражается. Поэтому, в принципе... Ну, не знаю, мне кажется, это такой перевод денег. В общем, восторга я по поводу этого чая не испытала, поэтому, наверное, не очень буду вам его тоже советовать. Соответственно, фавориты. Тадж-Махал для любителей черного чая. И вот этот Red Label для любителей чая с аюрведическими вкусами, с аюрведическими добавками и имбирного чая. Вот это два чая действительно очень достойных.
и самим пить, и на подарки привозить. Ну вот, как-то так. Всем пока, приятных вам поездок!